Второй международный Тихоокеанский театральный фестиваль собрал рекордное число зрителей. Более 18 тысяч человек смогли увидеть спектакли, которые представила программа этого форума. 10 представлений показали артисты из разных стран мира. Кубы, Бразилия, Аргентина, Вьетнама, Китая, Армении и России. Это были и пластические постановки, драматические, и даже спектакли для похода в театр всей семьей. Отдельное место в работе фестиваля заняла образовательная программа. Она дала возможность публике напрямую общаться с самыми выдающимися мастерами сцены. Причем на лекции и мастер-классы могли попасть даже непрофессионалы. Программа была доступна абсолютно всем. В итоге на ней побывало около 1000 человек. Фестиваль завершил свою работу, а его команда уже думает о том, каким будет третий международный Тихоокеанский театральный. Его ждем ровно через год.